да, то при всплеске они добавят только отрицательные, а не положительные. Вот так. Так что здесь и то, и то. И другие вопросы насчет подлимности через сжигание и так далее, последствиям риска культуры. Да, это так и есть, что именно когда было принесены веды в Индию, после этого у них стали сжигать, и это осталось следом индийской, так сказать, культуры, что они до сих пор сжигают умерших своих, что считают довольно-таки быстрое освобождение сущности, это уже мертвого тела. В принципе, в большинстве случаев это очень положительно, потому что когда человек – сущность, вы понимаете, ведь тело – это часть нас, не все. И когда мы наблюдаем, как разлагается наше собственное тело, ну, не очень приятная картинка, согласитесь, наблюдать. Для многих это не для слабонервных, скажем так. Поэтому, когда сжигается сразу тело, то тем самым сущность сразу освобождается от привязки к своему уже мертвому телу. Поэтому, если положительные, большинство это положительные моменты считают. А это вообще пленная сущность, это пленная сущность навеки. Да? Это очень плохо. Но, сказать, когда мы были на Мальте, там же очень много носителей хорошей генетики были замурованы в гробницах мраморных. И вы знаете, мы когда были там с женой, и мы освобождали, там вот десятки тысяч сущностей уходили вверх, когда мы освобождались в плен. Это, конечно, картина не красивая была, но тысячи лет они были, сотни лет, тысячи, то сотни лет были привязаны, мертвы уже. То есть изъяты из оборота циркуляции сущности, что очень плохо. Это тоже метод черных, для того, чтобы наиболее ярких личностей, сущностей изъять из оборота, их таким образом замуровывали, и они были исключены из оборота. Хитро продумано, весьма. А сущность – это душа? Сущность, душа, да, то же самое.